Всем привет! Сегодня приготовим быструю лепешку из цукини. Это блюдо готовится очень просто и отлично подходит для завтрака или ужина. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 250 грамм цукини трем на крупной терке. Также можно использовать кабачки. У молодых кабачков кожу сверху и семена в середине очищать не нужно. У более зрелых желательно срезать кожу и выбрать семена. Тертые цукини немного солим. Перемешиваем и оставляем примерно на 10 минут, чтобы они пустили сок. За это время подготовим остальные ингредиенты. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Также можно использовать укроп. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Цукини уже пустили сок, отжимаем их рукой от лишней жидкости. К подготовленным цукини добавляем измельченную петрушку, одно яйцо и перчим по вкусу. Все перемешиваем. Сюда же добавляем 1 столовую ложку с горкой муки, это 30 грамм, и половину тертого сыра. Опять все хорошо перемешиваем. Еще больше разных легких рецептов с кабачками смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Приготовленную массу выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Аккуратно разравниваем по всей сковороде. Сверху лепешку посыпаем оставшимся тертым сыром. Сковороду накрываем крышкой и готовим лепешку на самом маленьком огне. Также такую лепешку можно запечь в духовке. Готовую лепешку перекладываем на тарелку и подаем на стол. Кабачковая лепешка получилась очень вкусная и нежная. Готовится она просто и легко. Нравится такое блюдо как взрослым, так и детям. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравился рецепт такой лепешки из кабачков, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!